Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте на странице 12 выполним задание под номером 2. А это задание придумал для тебя очень наблюдательный пес Рыжик. На каких рисунках предметы поставлены правильно, а на каких нет? Неправильное зачеркни красным карандашом. Объясни свое решение устно. На первых рисунках мы видим поставленные ножи и вилки. На первом рисунке они поставлены вверх острием, а на втором вниз. Если ножи поставлены вверх острием, то при неосторожном обращении с ними можно пораниться. Во втором случае пораниться нельзя. Поэтому зачеркиваем первый рисунок. Смотрим на следующий рисунок. Здесь у нас на газовой плите стоят сковорода и ковш. В первом случае ручки отвернуты в обратную сторону, а во втором случае они повернуты вперед, то есть там, где обычно люди ходят и могут их зацепить. А если зацепить, то и свалить. Следовательно, можно получить ожог, поэтому зачеркнем вот этот рисунок. Так делать нельзя. И на последние два рисунка смотрим. Здесь у нас выключенный утюг, и его вилка лежит на полу. Во втором случае утюг также выключен, но его вилка лежит на гладильной доске. Если мы посмотрим на первый рисунок, то вот если мимо этого утюга пройдет человек и нечаянно за него зацепится, то утюг полетит и может человека ударить и даже обжечь, если утюг еще не успел остыть. Поэтому вот этот вот рисунок у нас будет неправильным. Зачеркиваем его. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.